Православие в 21 веке. В актовом зале Южноуральского государственного университета состоялся второй региональный форум Всемирного русского народного собора. Целью мероприятия провозглашено единство науки, культуры и общественности. Члены президиума Всемирного русского народного собора напомнили о важности формирования собственных ценностей и выработки идеологии, направленной на самобытное развитие России. С лекцией на форуме выступил философ, политолог, социолог и общественный деятель Александр Дугин. Он познакомил зрителей с описанием понятия империи и его связью с пророческим видением вавилонского царя Навуходоносора. Также на встрече выступил Константин Малафеев, председатель Совета директоров группы компаний «Царьград», заместитель главы Всемирного русского народного собора. Напомним, что организация Всемирного русского народного собора работает в разных направлениях – социальном, грантовом, спортивном, духовно-просветительском, а также организует общественные и праздничные мероприятия. На втором региональном форуме были подведены итоги работы организации в прошедшем году и поставлены новые цели.